Сезон медицины на Солнечногорском телевидении вместе с СМ-клиника. Здравствуйте, уважаемые жители Солнечногорска. Я Самойлова Ольга Олеговна, врач-эндоскопист СМ-клиника. И я рада сообщить, что эндоскопические исследования в нашей клинике стали еще комфортнее и достовернее благодаря новому высокотехнологичному оборудованию. Наши эндоскопы идеально подходят для повседневных исследований. Благодаря изображению высокого качества и четкости, они способны обнаружить изменения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и диагностировать патологию на ранних стадиях. А тонкий дизайн и высокая функциональность аппарата обеспечивают легкость проведения процедуры и уменьшают дискомфорт пациента. Помните, что диагностика заболеваний на ранних стадиях – залог их успешного лечения, а в СМ-клиника вы всегда можете иметь доступ к новым технологиям и квалифицированным докторам. Приходите в СМ-клиника, мы рады вам помочь. В Солнечногорске пасмурная температура днем плюс 4, вечером плюс 3, ночью плюс 1. Ветер юго-западный 4 метра в секунду, давление 739 миллиметров ртутного столба. В столице погода не отличается, температура днем плюс 3, вечером плюс 2, ночью плюс 1.